Здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, что побудило вас выйти с такими лозунгами и в чем вообще проблема, в чем причина, почему вы сегодня именно здесь? Причина в том, что врачи нас принуждают ставить прививки, они нам не выдают справки о здоровье и состоянии ребенка. В школу, в садик не берут. Это является причиной нашего отъезда. С чем вы не согласны? Вот ваш лозунг. Вакцинация без принуждения. Ну, я за то, что вакцинация была добровольной, не принудительной. Спасибо. Мы не принуждали ставить вакцинацию. Спасибо. Здравствуйте. Ну, расскажите вашу позицию. Моя позиция. Власти отвечают за последствия прививок. Прививки, которые привозятся, не проверяются должным образом. Дети страдают от этих последствий.